Попробуем немножко другой ритм. Мы теперь наоборот делаем, надуваем живот, скажем так, сжимаем ЛК мышцу медленно и делаем глубокий вдох. При этом играем ритмично по два удара. Тон-тон, тон-тон, тон-тон. И также выдох. Тон-тон, тон-тон. Выглядит это примерно так. Самое важное, надо понять, чем мы делаем длиннее и глубже вдох, тем мы сильнее чувствуем резонацию внутри. И также надо как можно дольше и больше из себя выдыхать этот воздух. И представлять себе, что мы заправляемся топливом, энергией, а все, что ненужное, мы выпускаем потом, как отработанную энергию. Если это мысленно представлять, эффект будет особенно шикарный. Попробуем, Ильдар, вместе? О, здорово, давай попробуем. Ну что ж, классно. Спасибо всем за внимание. Будем двигаться дальше по чакрам, прокачиваться. Более осознанная игра на варгане, медитация. Очень классно.